Для физиков разница между вчера, сегодня и завтра не больше, чем иллюзия. Альберт Эйнштейн. Что мы знаем о времени? Практически ничего. Его считают неумолимым, непостижимым, невозвратимым. И как бы далеко ни продвинулась наука, время остается для нас тайной. Пока. Но человеческий гений никогда не остановится на достигнутом. И первым, кто сумел приоткрыть завесу над тайнами времени, был наш соотечественник, гениальный астрофизик Николай Козырев. Его интересовали тайны неба, загадки времени, и он считал, что судьбу ему предначертано многое свершить. Его называли вторым Эйнштейном, небесным интеллигентом, и он достиг высот в науке, не изменив себе, своим принципам и своим идеалам. Николай Александрович Козырев, астроном, астрофизик. Родился 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге. Отец – горный инженер Александр Андрианович Козырев, дворянин. Мать Юлия Николаевна происходила из старинного купеческого рода. Начало карьеры Николая Козырева безоблачно и благополучно. В 1924 году 17-летний питерский школьник напечатал статью о звездах в научном журнале. И она привлекла внимание ученых. В том же 1924 году Козырев поступил на астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета. Его влекло к себе небо, звезды, галактики. Он изучал атмосферы Солнца и других звезд, феномен солнечных затмений. К 20 годам Козырев окончил Ленинградский университет и получил степень по физике и математике. А к 28 годам доктор Козырев был широко известен как выдающийся астроном и преподавал в нескольких учебных заведениях. Тогда новая область астрономии, астрофизика, была на подъеме. Появились возможности узнать, как звезды на самом деле выглядят и что в них действительно происходит. Это были совершенно новые перспективы, и Николай Козырев четко их видел. С 1928 года он учится в аспирантуре и работает в Главной астрономической обсерватории СССР в Пулково. Ближний круг его общения составляли талантливые физики – Иваненко, Ландау, Бронштейн. Они учились друг у друга, учили и других. Козырев преподавал теорию относительности в пединституте. В 1934 году он опубликовал в ежемесячнике Английского королевского астрономического общества теорию протяженных фотосфер звезд. Она и сегодня называется его именем. Но три года спустя 29-летний астрофизик был арестован. Вину ему ставили работу на фашистов. Первый раз он был арестован по делу, которое привязали, ну, к известному ленинградскому делу. Это после убийства Кирова, там была масса арестов. Причем он не только один, вся, ну, практически весь цвет пулковской астрономии, начиная с директора и с ведущих специалистов в Пулково, были в то время арестованы. Суд длился несколько минут. Без предъявления обоснованного обвинения и без защиты. Козырева приговорили к 10 годам тюремного заключения. Тогда выше был только расстрел. Что это? Глупость? Чья-то ошибка? Предательство? Ведь невозможно предположить, чтобы астрономы, занятые наукой и небом, работали на фашистов. Однако из 10 ученых, арестованных в Пулковской обсерватории, живым остался только Николай Козырев. Первые 2 года так называемый фашист Козырев содержался в тюрьме города Дмитровск-Орловский. Это было место, куда привозили заключенных в расчете на то, что они не выживут. К
когда в 1939 году открылись камеры, картина была ужасной. Из-за нечеловеческих условий многие из тех, кто остался жив, вышли из камер слепыми. То, что рассказывал отец, он был один раз дневальным, и ночью он заснул, и его полностью раздели до белья. Украли телогрейку, шапку, все остальное. И когда пришел проверяющий и увидел это, что ворован человек, спросил, а кто дневальный? Папа сказал, я дневальный есть. И в этом, как смеясь рассказал папа, вот этот охранник увидел самое большое преступление. Погнал его по морозу босиком в белье для того, чтобы сажать в карцер. В лютую зиму карцер предполагал скоротечную смерть. Однако ученый выжил. И это было воспринято им как некий знак свыше. Там, в тюрьме, Николай Козырев пришел к вере. Он хотел продолжить научную работу и очень нуждался в специальной литературе. Но ее в тюрьме не было. И вдруг ему принесли книги. Сборник Демьяна Бедного и второй том курса астрономии. Это было чудо, Божий промысел. И тогда ученый уверовал в Бога. Для многих тюрьма – это катастрофа, гибель и деградация. Но у Козырева есть бескрайний мир мысли. В его глубины ученый уходит на целые 10 лет. В 1939 году Козырева этапировали в Норильские лагеря НКВД. Поначалу он работал на общих работах, а затем был направлен в Дудинскую мерзлотную станцию в качестве геодезиста. И уже в 1940 году его расконвоировали и даже назначили директором станции. Однако в 1941 году на него поступил донос. И из-за проведения якобы контрреволюционной агитации среди заключенных ученый был арестован вторично и приговорен к расстрелу. Пункты обвинения выглядели достаточно странно. Например, подсудимый является сторонником теории расширения Вселенной. Считает Есенина хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Заявил о том, что Энгельс некомпетентен в науке и не поддерживает его высказывание о том, что Ньютон – индуктивный осел. На суде ученый подтвердил, что действительно не считает Энгельса авторитетом в области науки. И Верховный суд РСФСР приговорил его к расстрелу. Однако ученые не дремали. Пересмотр дела инициировали друзья ученого, академики Григорий Шайн и Виктор Амбарцумян. Первый пошел к властям как директор разрушенной Семийской обсерватории. Он сказал, без Козырева восстановить ее не сможем. Второй подтвердил, Козырев незаменим. И тогда расстрел заменили 10 годами тюрьмы. 10 лет – срок немалый. И, находясь в заключении, ученый рассчитал наброски будущей диссертации. А позже, в Северной тайге, созрела его главная работа – «Теория времени». Позже ее назовут «Теория времени Козырева». Буквально через год после освобождения он представил готовую диссертацию в Полкове, которая была успешно защищена и, собственно, явилась одним из вот первых шагов в новой его биографии как ученого. Диссертация была посвящена исследованию одного странного феномена. Согласно закону физики, нагретые тела остывают и отдают свое тепло более холодным, и в результате температура всех тел выравнивается. Применительно к космосу это означает, что неизбежна тепловая смерть Вселенной. Наше Солнце, по всем расчетам, должно было уже давно выгореть, но оно светит. И это означает, что Вселенная, звезды, получают какую-то загадочную энергию извне. Но чтобы подогреть огромное Солнце даже на 1 градус, эта энергия должна быть колоссальной. Козырев доказал в своей докторской диссертации, что термоядерные источники
не могут обеспечить энергетический расход звезд на протяжении миллиардов лет. Эти источники значительно быстрее иссякнут. А поэтому надо искать какой-то другой источник энергии. И в поисках другого источника энергии Козырев пришел к выводу, что источником энергии является время. Над теорией времени, самой фантастической теорией современной астрофизики, Козырев работал в Крыму. Ведь давно замечено, что Крымские горы – это место мистическое, тесно связанное с космосом. В Крыму Козырев провел удивительный эксперимент. Из-за скорости распространения света мы видим звезду только в прошлом. Пока свет от нее дойдет до Земли, звезда успевает сместиться в сторону. Но приборы реагировали, когда телескоп направлялся в ту точку, где реально находилась звезда. А это означало, что загадочная энергия распространяется мгновенно, намного быстрее скорости света. Но материальные объекты, согласно теории относительности, не могут передвигаться с такой скоростью. Значит, эта энергия нематериальна и к нашему миру отношения не имеет. Люди религиозные назвали бы этот феномен дыханием Божьим. Философы-идеалисты признали бы это импульсом высшего разума. Но ученый, астрофизик, был обязан обосновать новую теорию. И Козырев это сделал. Козырев назвал новый вид энергии потоком времени. Причем время он рассматривал в качестве нового носителя энергии. По мысли Козырева, энергия и время – это две стороны единого целого. И если мы овладеем временем, то сможем получить бесконечный источник энергии. Мы сможем создавать электростанции, путешествовать по параллельным мирам. Мы сможем изучать звезды в реальном времени. И это действительно была фантастическая теория. По Козыреву, время имеет разную плотность и бывает разным по качеству. Оно может расширяться и сжиматься. Может быть счастливым, а может быть трагическим. О сталинском времени Козырев сказал так. А вообще, при чем здесь Сталин? Таково было физическое свойство того времени. И действительно, время обладает плотностью и ведет себя как активный участник происходящих событий. Оно ускоряет и замедляет их. Все мы знаем, что в разные периоды время ведет себя по-разному. Оно то бежит быстро, то неожиданно замедляется. У всех народов мира время было священным и измерялось циклами планет. Но есть одна удивительная вещь. Символы небесных тел, Солнца, Луны и пяти планет, известных с глубокой древности, закреплены за днями семидневной недели. И они совершенно одинаковые и в Китае, и в Индии, и в доколумбовой Америке почему-то, и в европейской, и в мусульманской цивилизации. Это удивительно. Однако советские академики не поняли теорию времени Козырева. Они восприняли идею ученого в штыки. Его работы ожидала нелегкая судьба. В газете «Правда», центральной газете Советского Союза, появляется письмо о легкомысленной погоне за научными сенсациями. Его авторы – уважаемые ученые, академики Арцимович, Капица и Там. Тут же в печати началась кампания шельмования Николая Козырева. Дошло до того, что в СССР его теорию традиционно стали именовать Козыревщиной. По предложению ЦК КПСС в Академии наук была даже создана комиссия, единственной задачей которой было найти в теории Козырева изъяны. Конечно же, они были найдены.
большие комиссии, которые занимались проверкой экспериментов Козырева, в конце концов эти эксперименты отвергли. Так что эксперименты со временем невозможно проводить. Это время проводит с нами всевозможные эксперименты. Точно такой же была в свое время реакция научного сообщества и на идеи Владимира Вернадского. Воистину, злейшие враги ученых – сами ученые. И всегда, во все времена, именно ученые были главными гонителями гениев-первопроходцев, открывающих людям неизведанные горизонты науки. Николая Александровича, конечно, можно охарактеризовать как гения. У него была блестящая научная интуиция. И, может быть, часть его оппонентов столь резко относилась к профессору Козыреву именно из-за того, что чувствовал, что у них такого ежедневного, еженочного озарения не бывает. К ним блестящие идеи приходят редко. Непонятно было, как относиться и к знаменитым зеркалам Козырева. С их помощью наблюдались настоящие чудеса. Эти зеркала, подобно линзам, усиливают разные виды излучения. Отец открыл свойство временных взаимодействий отражаться от некоторых поверхностей и использовал эти отражающие поверхности или зеркала в своей работе. Уже после смерти Козырева, в начале 1990-х годов, опыты с зеркалами проводились в Институте экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии наук. Находясь внутри зеркал, люди могли транслировать мысли на расстояние. Видели картины будущего, прошлого, а также и событий, которые происходили вдалеке от них. Когда Николая Александровича спрашивали о том, как можно отправиться в путешествие в прошлое или будущее, он иногда говорил: если бы мы смогли повернуть время вспять, то мы увидели бы как бы отражение своего мира в зеркале. Уже его последователи придумывали новые схемы, в том числе и с применением зеркал в сибирском отделении нашей Академии наук. В 1997 году новосибирские ученые провели совместные эксперименты с английскими коллегами. В Англии, в Стоунхендже, более 200 человек принимали транслируемую через зеркала Козырева информацию из Новосибирска. Ученые убедились – зеркала работают. Зеркала уже давно известны человечеству. Вогнутые зеркала с полированной поверхностью во все времена использовали прорицатели для предвидения будущего. Жрецы некоторых индийских храмов и сейчас используют вогнутые зеркала с золотой поверхностью. Но есть вогнутые зеркала, назначение которых остается тайной и по сей день. Одно из таких загадочных зеркал принадлежало крупнейшему ученому XIII века, монаху Роджеру Бэкону. Среди современников он был великим магом, но сегодня мы назвали бы его ученым, стремившимся к разгадке тайн природы. Историки науки пишут, он сделал два зеркала в Оксфордском университете. При помощи одного из них он мог в любое время суток зажечь свечу. В другом же мог видеть, чем занимаются люди в любом месте земного шара. Идеи Козырева о времени настолько противоречат обычным представлениям, что физики при упоминании о них улыбаются. Мол, знаменитому ученому, открывшему вулканизм Луны, позволительно иметь свои увлечения. Николай Козырев сначала теоретически предсказал, а потом экспериментально продемонстрировал вулканическую деятельность на планетах Солнечной системы. Выброс газа из расположенного на Луне кратера Козырев зафиксировал 3 ноября 1958 года в Крыму. Луна – мертвая планета, считали ученые, и светит лишь отраженным солнечным светом.
американские астрофизики даже обвинили Козырева в преднамеренной фальсификации данных. Все выяснилось лишь через 10 лет после доставки на Землю лунных грунтов. Американцы, стремясь загладить свою вину, наградили Козырева именной золотой медалью Международной академии астронавтики и пригласили в Америку. Было приглашение в Америку, притом было приглашение всей семье, и я даже успел похвастаться в школе, что я скоро поеду в Америку. Это было в начале 70-х годов, но поездка не состоялась. Одна из таких самых, видимо, вероятных причин было то, что когда отец поехал оформлять документы в Москву, он заодно заехал навестить Солженицына, который в то время находился в Опале, и вернувшись, он неожиданно узнал, что поездка его прикрыта. Люди из органов всегда интересовались деятельностью Козырева, его работами, открытиями. И до самой смерти он находился у них под жестким и неусыпным контролем. Достаточно сказать, что полная реабилитация пришла к Николаю Александровичу только в 1959 году. Я помню один из визитов в нашу квартиру. Я не помню этих людей и не присутствовал, конечно, при разговоре, но после разговора отец сказал, что приглашали опять работать на силовые структуры, и что интересует их больше всего вопросы мгновенной связи. Ну, я спросил, что ты, как будешь? Он сказал, нет, конечно. Ученый много работал. Его интересовала не только Луна, но и другие планеты. Однажды он сказал, Венера – это удивительная планета. У нее в некотором роде противоположный ход времени. Она вращается в другую сторону. К тому же на Венере идет мощная вулканическая деятельность, и планета эта очень горячая. В 1953 году он опубликовал статью о свечении ночного неба Венеры, которую позже признают классикой в плане спектральной методики. А наблюдения 1954 и 1956 годов привели исследователя к новым выводам относительно свойств атмосферы и полярных шапок Марса. Козырев был фанатиком своего дела и очень везучим ученым. Он был очень хороший наблюдатель. Причем наблюдатель, уникальный. Даже ходил такой парадокс среди астрономов, что вот Николай Александрович Козырев только подойдет к телескопу, и сразу открытие. Это редко кому удавалось, потому что люди, знакомые с астрономами и с астрономией, знают, что иногда уходят не то что дни, уходят месяцы и годы у телескопа, чтобы вот поймать тот момент, уловить то явление, которое ищется. А Николаю Александровичу Козыреву удавалось с первого практически раза наблюдать те явления, которые являются уникальными. Последние годы жизни ученого были омрачены бесконечными препонами, которые ему чинили в Пулковской обсерватории. Его заявки на оборудование не выполнялись. Его статьи, если и печатались, то в урезанном виде. Наконец, в 1979 году Козырева просто уволили из обсерватории по сокращению штатов. Скончался выдающийся астрофизик 27 февраля 1983 года на 75-м году жизни. Поэт Андрей Вознесенский очень точно назвал его небесным интеллигентом. Об ученом он написал так. «Умирают в пространстве, живут во времени». Великий астроном прошел первым по извилистой дороге времени. Нам он завещал изучать свойства времени, поскольку только время откроет нам законы космоса, глубины природы и Вселенной внутреннюю суть.